Привет, 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 друзья. Меня зовут Дмитрий Грей, мы снова играем в Сталкер. Продолжаем играть в Сталкер. Так, ну что, мы еле-еле сюда добрались в прошлый раз, и отсюда же начинаем, собственно. Давайте посмотрим, что у нас с оружием, со всеми этими. Так, 9 патронов. Стопэ. Кто там идет? Ты кто, блядь? Мудила. Откуда вы беретесь, блядь? Стоп, 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 стоп. Одеваю это говно, чтобы тебе не разжижало мозги. Так, подожди, 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 подожди. Я не знаю, я правильно делаю? Может быть, не надо никуда бегать? Вот они, смотри, какие-то духи. Надо отсюда валить. Короче, нельзя стоять на месте, вообще нельзя стоять на месте. Надо вот так сделать. А, блин, стоп. Ой. Ой, ой. Ой, 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 нихуя, ебать! Как ты так? Тихо, что-то тут не то. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, дружище. Ну нет, 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 не так. Неправильно, 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 неправильно. Так, 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 умирай, умирай, отлично, умер. Это просто великолепно. Это просто какой-то счастливый момент. В моей сегодняшней серии был самый счастливейший момент, потому что я его убил. О, еще кто-то, еще где-то. Кто-то где-то как-то меня откуда-то стреляет, да? А где? А кто? Уйди ты. Непонятно. Вообще не понимаю пока. На башне никого нет. Ага, понял, 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 понял. Отвалите. Вон там кто-то стреляет. Аж хер знает где. Понимаешь, да? Хер знает, сука, где. И я ничего с этим сделать не могу, потому что он очень далеко. А мне идти туда, в ту сторону. Вниз. Вниз идти надо. Давайте вот так пройдем. По этому бетонному столбу. Ой, столбу, заборчику. Огороженному здесь все. Так, здесь я могу стоять спокойно? Нет, не могу. Стоять вообще нельзя. Буду стоять, буду умирать. Стоять, умирать, стоять, умирать. Умирать, стоять, умирать, стоять. По воздуху бегающее говно, ты представляешь? Кто стреляет? Откуда? Я не вижу, где он. Наверху? Наверху, что ли? Ты можешь залезть? Чуверла, блядь. Ага, тут никого нет. Я могу сесть. Сядь, сядь. О. И откуда? Откуда стреляют? Вон аж откуда. Непонятно, вообще не понимаю. Кровь капает с меня, и я пока и живу, окей. Да уйди ты, ёпарасоте. Бинты, 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 бинты. Вот это, вот это. Да блин. Откуда он стреляет? Кто в меня стреляет? Ребят, это не игра, это пизда какая-то. Так, вот здесь кто-нибудь был? Ой, ой, уйди нахуй. Так вот он, вход в бункер. Господи, боже ты мой, отключить установку. Уйди ты отсюда, блядь, такая. Я даже... Убил. Две обоймы высаживаешь, Ой! Заебали, страшно. Прямо вот отбегай от стенки к стенке нормально. Так, стоп, 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 стоп. Так. Так, ты умираешь, 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 умираешь. Все? Да нет, не может быть. Или сдох. Или я от страха его убил. Так, подожди, F6. Пока обыщем. Чувака обыщем. Ничего нет, нахуй ты не нужен. Кто быстрее, да, называется? Он перезаряжает долго. О, пиздец. Очень долго перезаряжает. Тем не менее, я его убил. Я взял колбасу с него. А где его пушка? Подожди. Да ну, вот она. Вот она. Ага. Сейчас, ребят, сейчас, 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 сейчас. Разрядить. Отсоединить прицел. Разрядить и выбросить. Вот, прицел я оставлю себе на всякий пожарный случай.
пошли дальше, пошли, 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 пошли. Так, сохраняем. Сразу сохраняем и идем. Давайте на цыпочках присядем и будем просто... Тут какие-то звуки. Уже мне не нравится, просто не нравится. Мы будем сейчас далеко, наверное, идти и будем встречать очень много всякого говна на своем пути. 100%. Ублюдков, которые будут меня сейчас пытаться убить и будут убивать не раз и немного. Дверь заперта. Просто отлично. И что пришел? А, вон туда можно пройти. Перезаряди. Вот, теперь хоть я сам себя слышу, и это мне уже нравится. Сохранись. Так, 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 так. У меня что-то там работает, срабатывает. Никого нет пока. Это очень хорошо. Надеюсь, так и будет. Максимум, кого встречу, может быть, каких-нибудь вшивых ученых, которых я могу просто убить нахер и все. Пока все прекрасно. Ну, страшно. Когда никого нет, это еще страшнее, когда лучше бы кто-нибудь был. Правильно? О, какие-то... Кодовый замок. Что это? Что это такое? Нажмите F, чтобы закрыть дверь. А я ее, если закрою, она потом откроется. Она не закрывается. Я нажимаю F, она не закрывается. Ладно. Ой, твою мать, а. Это же какая-то жопа, блядь. Страшно, сука. Понимаешь, ты страшно. Одному здесь... О, радиация. Одному здесь, конечно, ходить вообще жопа. О! Ловушка. Ты видал? Сюда нельзя. Полюбасу. Если я прыгну, я буду просто умирать из страшной... жаркой смерти. Ну я, в принципе, то уже где-то рядом с выключашкой. Что это? Очень тихо, очень странно, что тут никого нет и что тихо так. Сейчас какая-нибудь хуйня придет. Вот я тебе говорю. Я тебе, блядь, говорю. Ай, блядь. Сохранись. Сохранись. Тихо. Блядок, мать твою. Меня не должно быть слышно. Я должен быть самый тихий в мире... сталкер, просто самый чемпион. Ой, ёбаный рот. Ты можешь умереть, а? Ты умер? Кусок говна, он умер. Сохранись. Я так и знал, что будет какая-нибудь жопа. А это что? Один. Вот. Кучу всего налутал, отлично. Просто Димон Красавелла, блядь. И я не понимаю, куда это убежало, монстрило. Понимаете? Не понимаете. Это все взрывается, да, по-моему? Да, нет, пустые. А, нет, взрывается. Взрывается. Взрывается и хорошо. Так, здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет. Сюда я заходил, сюда я заходил. Я отсюда пришел. И я здесь ни черта не... Ну, где-то кто-то бегает. А тут радиация, ты посмотри. А ты откуда пришел? Откуда ты пришел, ублюдок? Ублюдок! Ублюдок, откуда ты пришел? Пиздец. Вот где он был? Вообще не пойму. Я все облазил, его не было, он пришел. С фонариками не так страшно, да? Правильно, пацаны? Дверь закрыта, но там ничего и нет. Там, смотри, получается, просто... текстура и все. Хорошо. Где тут что может быть? Это я туда спускаюсь, и там у меня дверь с кодом.
Аве Мария. А это я здесь был? Погоди. Тихо. Блять, перезаряжай ты быстрее, ёбаный ты пидорас, блять. Только главное... вот, смотри, может быть здесь пройти, надо его тут посередине что-нибудь вырубить? Может быть нахер эти двери все, они мне не нужны, 150 тысяч лет, да? Смотри-ка, вот кнопка, скелет. Вот и все. Отключить выжигатель мозгов, отключил. Ой, эй, что происходит? Понеслась опять душа в рай. Здрасте. Ой! Монолит. Сталкер. Дружище. Ой-ой-ой-ой-ой. Охереть. Это все воспоминания, что ли, получается? Глючит тебя не по-детски. Стрелок. Стрелок! Где крики вот эти вот? К чему показали эту заставку? К чему? Показали эту заставку. Ой. Твоя цель здесь. Чё? Иди ко мне. Чего? Что это? Что? Ты кто? Со мной уже монолит разговаривает. Нихуя себе. Что-то не рано ли? А как мне... Пуститься, упасть. Я не хочу ломать ноги. Ладно. А куда идти-то? Твоя цель здесь, иди ко мне. Нет. Так, ладно, ну пошли. Чё, наверх и обратно получается. Но мне кажется, рано этот монолит, который. Мне тут еще куча задач. Что это было? Внимание! Что внимание? У меня оружия нет. Да, блядь, уйди нахуй. Охуеть, откуда вы взялись, блядь? Сохранись, Димон. Вообще ты, конечно, красавчик, но... Так нельзя. И вот это забери. И вот так сделай. И вот так еще сделай. Хорошо, теперь надо убивать того придурка. Откуда ты взялся, друг? О-хо-хо-хо-хо-хо! Красиво, как в кино, блин. Просто как в кино, реально убил. Вот это и вот это надо сожрать, выпить, закусить. Подожди. Вот так. Отличненько. Теперь мы обыщем трупы. Конечно, заберем хлебушек. Это что такое? Патроны. Хорошечно. Не знаю, куда идти, наверх или вниз. По-моему, тут поверху я приходил. Вообще не понимаю, откуда они идут. Бегут, летят. По крайней мере, хоть есть, что взять у него. За друга отомстить! Бежит! Тихо. Я тебе в пузо стреляю, ублюдок, мать твою! Ты должен сдохнуть! Да ты, блядь, ебать, ну что за бред? Ну ебать, ну ребята! Ну это пушка, реально пушка, крутая пушка. Просто тема. Я не знаю, что это за пушка. Может, это и наша пушка. Ну, короче, по сравнению с калашом, она в 10 раз интереснее и точнее. Вот и все. Так, это лестница, да? Да, тут дверь, по-моему, не открывается. Это ключ. Закрытая дверь. Береги! Ох, блядь! Откуда ты взялся? Вот скотина! Получи, гад! Она очень долго перезаряжается.
Вот ее косяк. Очень долго перезаряжается. Сядь. Сядь, тихо, тихо, перезаряди. Нормально сейчас будет. Сейчас будет все четко. Вот и все. Бах-бах-бах и заебись. Понимаешь? Колбаску заберем, сохраним, пойдем. Вот. Когда первый раз играешь в Сталкера, первый раз, все это очень круто смотрится, это все очень играется круто. Играешь на адреналине на таком, потому что ты никогда в такое не играл, понимаешь? Это на самом деле очень круто. Но когда ты уже ее прошел, когда ты понимаешь, что к чему, как это все, и обращаешь внимание на совсем другие вещи, то есть ты видишь, что игра-то на самом деле пшик. Что для того момента, да, она выстрелила, но на безрыбье и рак рыба, понимаете? На самом деле она скучная. Ты кто? Одна пулька, пук и все. Ух, ёп! Сказал он и подох. Крупных скоплений противника не обнаружено. Так, это... Высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. Это мои? 056 это база, возвращайтесь домой. Это мои, да? Установить карантинный режим на территории антенн. Нарушителей режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. Кто-то прошел, говорит, до нас. Да в смысле? Блять, вы заебали, это я. Так удобно попадать в ваши бошки с лампочками, а? Я не понимаю, почему вы в меня стреляете? Это я все подключал, ублюдки, блин. Реально ублюдки. Что? Так, меченый, живой. Отлично. Ты все-таки смог отключить выжигатель. Тут все просто с ума посходили, когда узнали. Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, долг, даже наемники. Кто первый доберется, тот и получит все. Исполнитель желаний. Клондайк артефактов, и черт его знает, что еще. Поспеши, если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Перед Припятью. Ну вот, теперь я начинаю опять вспоминать какие-то места. Стоп, 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 не надо к машине подходить, стоп. Сохраняемся и смотрим куда. Нам надо куда идти? Ребят, ну нет, 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 ребятишки. Я вообще-то свой, я нормальный. Понятно, что вы военный, я сталкер. Ну и ладно. Побежали, пробежимся. Побежали, пробежимся. О, тихо, тихо. Я истощен, чтобы слишком быстро двигаться. Чуваки в масках. Че ты меня оглушило? Че ты меня оглушило? Я правильно, да, иду? Да. Сейчас налево. Это командир спецотряда долга. Че ты такой злой? Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты че вообще тут раскомандовался? Нифига себе. Сейчас вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы. Я ни за кого, я сам по себе. Идите нахуй все. Че, придется обоих убивать? И тех, и других? Пацаны, я вообще... Я хочу зайти, посмотреть и вернуться. Мне просто спросить, вы понимаете?
Просто спросить. А тут получается сейчас будет меня за и... Спро... Убивать. Так, это мои, да? Это нормальные? Ну, это нормальные. Я их не трогаю, они меня не трогают. Да, смотри. Подожди. Тут можно я у него полутаю немножко? Вот. Это как крыса себя веду. Смотри, они тут херячатся, а я просто собираю с них лук. Ой, да нет, 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 не надо. О, убили, смотри. Отлично. Ничего не надо мне с него брать. Радиэйшн. Сейчас, по идее, должен сам пройти. Ну-ка, нет, не пройдет. Шприцом. Еды. И вот эту вот хуйню. Сохранимся. Мне куда идти все-таки-то? Туда. Куда это здесь? Что это такое? Какой-то... Говорят, там остался запас группы, который привязан к зону прямо под изучением выжигателя. Никто из них не вернулся. Запас так и остался дождаться того, кто его подберет. Ну, мне он нахуй не всрался. Смысл там припасы эти все забирать? Ну, нету смысла никакого. Становочка. Ой. Блин, какая прикольная бронька у них. Вообще тема. Смотри, это же экзоскелеты. Ну, ничего, скоро у меня такой будет. Граната. Гранаты — это всегда хорошо. Опасный уровень радиации. Да ебаный рот, отвалите от меня. Я спокойно прошел, смотри, меня никто не трогает. Вообще, по барабану. Они тут воюют, а я тут вообще срать. Иду, иду такой, ля-ля-ля. Ну, мне на самом деле, да, мне просто спросить. Смотри, какой вертолет классный. Мне просто спросить, и все, и больше мне ничего не надо. Ага, тут опять радиация. Возле вот этих всех блоков, машин и всего прочего большой уровень радиации высокий, поэтому... Это ты мне? В смысле? А, это уже с той стороны пидорасы подобрались. Вояки. Ты труп, говорит. Ухуели. Ухуели. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У меня такой радиации. Охуеть, блядь. Просто охуеть. Подождите. Подождите, у вас слишком вот так. И вот так. И вот так. Слишком много всего. О! Ну вот с этой пушкой очень даже интересно играть. Я прям даже... Прям я даже... Мне так даже интересней. То есть ты где? Ага. Иди сюда. Иди, говно. Есть контакт? Еще один должен быть. Заберем бинтик. Он обошел меня, ты прикинь, он обошел с другой стороны автобуса. И похуй, да, на всю радиацию, которая ебашит его. Вот реально. Сохрани. Отлично, в автобус я не буду заходить, потому что он радиоактивный, и я сдохну там. Вот и все. По идее, что тут есть что? Матрасики. Вот. Самая моя любимая локация. Крылы, Припять. Слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Следовать за группой сталкеров. Все. Сохраняемся и... Подожди, а если я... А, ну они стоят, окей. Все, ребят, спасибо за просмотр. Мичу, ставьте лайки. Я вижу, у тебя своя дорога. Что ж, удачи тебе. У меня своя дорога, да. Я не собирался с вами идти. Пока-пока, до новых следующих выпусков игрушек. Пока. База, я стая 4, скоро будем на месте. Дачи, стая 4. О, военные. Хотят первыми добраться к центру, снять все сливки. Ничего, мы там тоже скоро будем. Вперед, парни.